Вот эта жадина ни одного листика давать не хочет! А у мышала хвостик болит! Да, давай гляди, отвалится он! А? Ты чего такое говоришь, отвалится? Да ты у меня сейчас сам там отвалишься! Ой-ой-ой! Вот видите, болит! Скажи, пожалуйста, ну а почему ты не хочешь дать нам один свой листик? Ну нам ведь очень нужно! А мне самой нужно! Так ведь у тебя же их много! Мне много нужно! Ой, да долой, оно просто жадное! Ну ты пойми, ну ведь нам же для дела нужно! Нашему другу мышонку прищемила хвост большой мышеловкой. И нам очень нужен твой листик, чтобы привязать к его хвостику. А мне какое дело? Лично у меня никакого хвоста нет. А если бы и был, то я бы не позволила всяким там мышеловкам его прищемлять. И вообще, сами виноваты. Раньше надо было думать, а то раскладывать свои хвостики где ни попадя, а потом является ко мне и просит отдать мне листья. Да сейчас! Но нам же нужен только один. Вот если я каждому дам хоть по одному своему листику, да ведь у меня же у самой ничего не останется! И у меня что тогда вообще голой стоять? Без листья! Да что вы ее спрашивали, вы жадины? Нас же больше посетей! Ну вот какую защелку смогли поднять! Давайте вместе на нее навалимся и заберем листочек! Да? Отлично придумано, брат Карандаш! Барабан, ну-ка считай! Костя! Вы что? Вы что? Нельзя ни у кого ничего отбирать силой! Ну, нужно же попросить! Ну или одолжить! Ну или поменять на что-нибудь! Отбирать силой? Ты пойми, если ты будешь такой жадной, с тобой никто дружить не будет. Но ведь жаден никто не любит. Не любит. А с нами, знаешь, как весело дружить? Вот посмотри, барабан. Барабан, он отлично играет на барабане. А братья Карандаши не могут нарисовать для тебя что-нибудь очень красивое. А еще у нас есть мышан. Вот мышан. Вообще не заскучишься. С нами очень весело. А ты не хочешь дать нам один свой листик? Один. Ну ладно. Дам я вам листик. Только один. Один-один нам больше не надо. Пройти только через... А на чем? Там очень страшно! Да.
Никто толком не знает, что там. И кто там? Но все знают, что туда лучше не соваться. Пропадешь с корнями и с листьями. Ага, здесь столько случаев было. Да ну каких еще случаев? Страшных. Оттуда еще никто никогда не возвращался. Отправился на чердак и все. И никто его больше не видел. Никогда. Если вы мне не можете помочь, тогда я пойду одна. А ну, забывайте! А ну, раз у тебя обязательно уходить от нас, мы только подружились. Я надеюсь, мы с вами еще увидимся.